Мужчины с длинным языком, я скажу, это трагедия. Многие мужики в последнее время стали интриганами и болтунами похлеще женщин. Раньше, если это полностью Оскар принадлежал девочкам, то сегодня он у мужиков. Мужики заводят любовницы, обсуждают с ними своих жен, говорят, она такая толстая, такая безобразная, я ее не люблю, не хочу, но она мать моих детей. Мужики со своими друзьями обсуждают женщин, а я с этой был, а с той не был, а это такая, это кривая, это косая. Мужики переписываются между собой, посылают друг другу фотографии девочек, которые еще даже не проснулись в отеле. Мужики делают очень много мерзких и дешевых вариантов, после которых их мужиками назвать тяжело. Понимаете? Мужик — это не тот, который переспал сотни девочек. Мужик — это не тот, который за спиной поливает грязью женщин. Мужик — это тот, который хотя бы одну сделал счастливой. Понимаете? Вот мужик, который в жизни хоть одну женщину сделал счастливой, надолго, а не на разок, не на ночку. Понимаете? Вот это мужик, а не тот, который за спиной поливает грязью. Она безобразная, она... старая, она молодая, она ужасная, она была с тем 5-10, спала с 30-40. Какое твое дело, чувак? Если это ее жизнь, это ее жизнь. Зачем тебя волнует и бьет ее жизнь? Это ее жизнь, не твоя. Займись собой, мужик. Выгляди, относись к людям. Будь щедрым, добрым, мужественным. Вот что делает мужика мужиком. Работа, имя, статус отца, мужа, друга, брата, сына. Вот что делает мужика мужиком. Они обсуждение других женщин, чужих женщин, женщин, которых так и не смог осчастливить. Вот бросит мужика женщина, и он начинает ее поливать грязью. Она такая-сякая, была со мной, я ее на столе, я ее под столом, я ее на ковре, под ковром. Это не мужество, чувак. Счастье — это когда бывший не таят на вас обиду и злость. Счастье — это когда все, что обещал, сбылось. А мужик, который обсуждает женщин, роется в их грязном белье, мужик, который поливает их грязью, разводит слухи, интриги, это не мужик, это подобие, жалкое подобие, тряпка и дешевка. Есть такое великое азербайджанское слово — джиндыр. Вот выучите его — джиндыр. Вот если мужик поливает грязью свою женщину, свою жену, подругу, девушку, бывшую, то он не мужик, он джиндыр, то есть тряпка. Целую вас. Пока.